Ярко-оранжевый цвет водоема напугал рыбака в Темиртау. Момент, когда вода резко окрасилась, мужчина снял на камеру. Инцидент произошел на канале, ведущем от Темиртауской электростанции к Самаркандскому водохранилищу. Вот такие вот сбросы. Рыба вся выпрыгивает прямо из воды. Я вообще в шоке. Действительно. Автор видео на камеру говорить отказался, но поведал, что сброс цветной жидкости произошел примерно в 3 часа дня. А позже объемы загрязнения увеличились. На месте уже побывали специалисты. Они взяли несколько проб и отправили в лабораторию. Экологи также выяснили, что накануне в товариществе «Базил Групп», это бывшая ГРЭС-1, проводили опрессовку трубопровода. В этот канал предприятие сбрасывает теплообменные воды, но по нормативам они должны быть чистыми. Ржавчина в небольшом количестве не несет вреда окружающей среде, говорят сотрудники департамента экологии. Но когда ее много, это опасно. Поэтому ведомство проверит компанию и выяснит также причастность других предприятий. По предварительным данным, конечно, мы видим, что в воде присутствует ржавчина. Соответственно, когда трубы промывают, ржавчина и образуется, потому что прессовку проводят под большим давлением.